Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Доброе утро, друзья! Вышли с Шекелем на прогулочку. Моя программка показывает минус 21 градус. На деревьях иней. Немножко ветерочек такой. Ну, мы вышли, пока не ощущаю сильного холода. Спасибо огромное за комментарии, за поддержку, за ваши советы. Немножко почитала с утра. Отвлеклись маленечко. Согласна с вами на все 200%, что нужно купить шекелюшки светоотражающие, что-нибудь нацепить на одежку. В темное время суток просто необходимо. Спасибо большое. Также, Наталья, вам спасибо. Напомнили за витаминный, как вам сказать, состав. Мы, когда жили в Запорожье, я тоже такой делала. Имбирь, лимон и мед. И с чаем очень вкусно и очень полезно. Спасибо большое. Так, мы уже с Шекелем погуляли. Морозненько. Мы с ним... Стой, зайка. Быстро гуляем. Вот, там спрашивали, Шекель не ходит на пеленочку. Друзья, у него есть горшочек, он только писает туда. По-большому никак. Он будет терпеть, сутки терпеть. И вообще, мы как-то вот были сильные дожди, не здесь, а в Запорожье. И мы думаем, ну ладно, ну дождь, он в дождь плохо гуляет. Не пойдем на улицу. Ну, сходит, куда денется. Нет, он терпел, а жалко же. Вы сами вот когда терпите, живот же ж болит, правильно? Нет, и вот это вот именно сходить по-большому, мы ходим на улицу. А пописать он и пописает себе на горшочек. Все, друзья, мы с Шекелюшкой будем идти домой завтракать. Покажу вам, что приготовлю на завтрак. И сегодня у нас обзор посылочек, что заказали из интернета. И не только. Видите, какой хороший чай. Даже, вернее, сахар, даже чая не надо. Заливаешь его кипяточком, и он становится как будто заваренный. Как в анекдоте, да? Да, может быть, тебе туда сахарку насыпать. Всем здравствуйте. Утренний завтрак. Всем здравствуйте. Все семейство на кухне. Сейчас покажем, что мы будем завтракать. Что мы покажем? Что завтракать будем? А ты же вешаешь. А давай сейчас покажем. Я могу показать? Покажи. Сейчас покажу. Немножко надо разбавить чай. А у нас тут моршинская водичка. Натуральная. Негазированная. Да. Классная. Так, завтрак у нас сегодня ранний, 10 минут 12. Да, мы сегодня рановато. Собираемся. Сейчас позавтракаем, пойдем в офис, там у нас посылочки. Потом покажем распаковочку. Небольшую. А тут у нас красота. Ой, какие мягкие, красота. Ой, 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 пышные. Что-то ты их перепарила. Ну хорошо. Они горячие, с пылу с жару. Слышите, во рту расслюнки бегут. Да хватит, я и так уже 5 штук съел. Ну да, мы всегда, когда готовим... Я со сковородочки сразу 5 штучек затрепал. Свежачок. Без подливки. А это с подливкой, со сметанкой. Угу. Сливки сниму сверху. Блин, реально слюняш. Кто готовит так в подливке, пишите в комментариях. Вот это вот. Как сгущенка по вкусу вообще. Вкусно, вкусно. Идешь так, поливаешь.
А тут и поливать не надо, и так все пропитано. Да. Ой, самой слюньки бегут. Прощай, диета. Сливовая, да? Доброе утро. Сейчас на соседей аппетит нагоним. А я слышу аппетит, пахнет на всю. Опа. И тарелочку опа, угостим. Опа, опа, тетя, опа, тетечка опа. Моя, тетечка. Соседка нет. Пришла. Да, ты мой красавчик, ты мой красавчик. Что ты меня снимаешь? Вот. Модель. Не, классная куртейка вообще. Сейчас покажу поближе, а то сдалека цвет не видно. Водонепроницаемость 10 тысяч. Это очень классная курточка. Вот так вот темно-зеленый. Ну, не такой. Ну да, тут немножко светло. У тебя оно как коричневый, а на самом деле ты смотришь цвет. Через камеру, оно так. Когда будет видео, будет немного по-другому. Да? Да. Вот такая курточка, поворачивайся. Не, классная, хорошая, удобная. Удобная. Тут он резинка подтягивающая, ну, по пояснице. Здесь продуктовый карман для бутербродов с черной икрой. Здесь для телефона, как бы, ну, удобненько. Тут карман, тут карман. И она очень легкая. Артур ее уже на рыбалочку одевал, не замерз. Она и теплая. Именно вот тепленькая. Ну и покажи брак. Могла бы не говорить. Ну уже сказали. Тут есть вот манжеты для рук, видите? И вот на всех манжетах в основном идет для большого пальца. Ну ты выше. Покажи ту сторону. Или это тоже такая? Они обе. А, обе. Но потом, нет, когда да? начинаешь смотреть, а манжет здесь сделан не на большой палец, а под мизинец. Сейчас покажу. Видите? А должен выходить на большой палец. Вот сейчас а покажу, как у Натальи Романовны. Вот видите? Ага. Вот так вот должно быть. Ну, это брак. Так что вот из-за этого брака, может быть, сделали такую скидку хорошую. Ну, мне этот брак не мешает. Наоборот, манжеты нам не торчат под курточкой. Да. Удобно. Классно. Все, идем в офис за посылочкой. А капюшон покажи еще, какой глубокий. Вот. И все, еще вот это вот сюда вставляется, вот видите, вот в карман, вот в этот паз. Вставляется вот сюда, там на этот защелкивается, и оно... Интересно, а вот эта оранжевая полоска, она светится? Не, это ж молния, она не светится, это ж не этот сам. Ну, как-то так. Все супер, все классно. Все, идем за посылочкой. Все, друзья, вот смотрите, получили посылочки, две штучки. Домой придем, будет обзорчик. И напросилась к соседям. У них тоже посылочка. Интересно, что соседи заказывают? Ждите, покажем. Пришли к соседу. Привет. Привет. На распаковочку пришли. Очень интересно, что тут в Тиме заказывали. Лопатуха, там для тебя. Ух ты. Ой-ой-ой, какое приданное. Да еще, смотрите, резиновые сапожки. И малому тапочки. Класс! Только такое. Это такое, в душек, да? А сколько такие стоят, ну, да. Кать? Ой, я уже не помню. Ой, какие классные, легенькие. Лянь, трактор вообще. Прелесть. Хорошие. Тут автобусы, машинки. Класс. А чё двое? Чё двое? Четверо. А, Катя. Четверо. А, прикольный, смотри, Артур. Они с мехом. А ну, Катя, открой. Класс. Может, мы сутилюхи такие попробуем заказать. Какой вы размер взяли? Тепленький. Не вижу, какой размер. Ой, я не знаю, какой размер там надо. А тут не написано. А покажи мне. М-ка. М-ка. Оно по этому. А, М-ка, вот оно же на этом М-ка. Ага. Один левый, правый. Они имеют значение. Ты одеваешь. Поправить тут только надо будет вот эти вот коготочки. Бля, прикольно. Интересно. Класс. А там цвета разные были. Там бесик. Класс. Вот это вот классно вообще. Лянь, он прям будет это, наверное, светиться, да?
класс. Не знаю, да, мерить. Мне кажется, они маловаты. XL. Давай мерить, давай. Красотка, а ты где? Где она? Ля, затихла. Конечно, она поняла. Что сейчас ее будут кирпичить. Ты иди, ты иди. Адель, Адель, иди. Уляглась, смотри. Где, где она? Где? Вон, под креслом, уляглась и не готовит. Эй, иди одеваться. Ты шо? Пошли моду показывать. Ой, вообще классные. Ой, а я думала о Дельке. Труселя. Труселя большие. Это что такое? Это как это? А, это бассейн, да? Угу. Класс. Кофточка вроде это. И шапочка. Ну, труселя, если что, может резиночку подтянуть. Ух ты, и шапочка. И это класс. Во. Красиво. С покупочками вас. Да. Адель, ко мне. Ко мне. Ой. Аделька, иди покажешься, красотка. Ты что такой костюм? А ну. Да, это первая ее одежка вообще, да? Ну, нет? У нас такая теплая. Не теплая, вот именно покупать, да, я не покупала ее. В Украине там. Ты что, тепло тебе будет, красотка? Глянь, какой это. Вообще класс. Тепло тебе, девица. Тепло тебе, красота. Все, сказать. Пойдем. Ой, стой, стой, стой. Класс. Да? А ноги оденьте сразу. По груди хорошо. А потом застегнешь. Ложи ее на спину. Да, как она. Это же маленькая. Упсюна. Издеваются. Упсюна. Маленькая, да? Адель, ну, надо подать. Неудобно. Откормили. Сосисочку. Ты будешь подать, а ну, затягивай. А за, задние вставь туда, в этот, чтобы понятно. Ай, ну, конечно. Сначала это потом застегиваю. О, класс, по длине хорошо. Даляш. Хвостик спрятала. Помочь Адель тебе? Нет, я не знаю. Не хочет мне это, она ж на упирается. Поняла. Ага. А ну, Адель. Ты шо, ты шо? Невеста. Ну, это сейчас гулять пойдем, да? Пойдем гулять. О, а, классно, ля. Да. Пойдем гулять. Аделька, ты красавица. Пойдем, пойдем, да. Как космонавт. Пойдем гулять. Ой, ой, скажи, целуй папу, скажи спасибо. Ой, спасибо, да? Скажи, я сейчас и лайк. Жарко. Класс. Да, да. Ух, как классно, как классно. Молодец. Да, да. Похвасталась, похвасталась, побежала. Все, пока-пока. Так, подготовка к обзору. Все, мы уже дома. Шекелюша, помогай. Что нам а папа заказал? Я усядусь, малеха. Давай, садись поудобней. Так, так, мы начнем поменьше, но тут побольше. Солнышко как светит. Шекелюш, помогай, помогай. Распаковка. Как там электроник пел? А ярко солнце светит, не жизнь, а благодать. Так вот и у нас. Солнышко светит, благодать. Так, что тут папа накупил? Ура, шнурки. Ого, шнурков. А это что порвано? От шнурков, скорее всего. А не, это от прикуривателя. Не, классно, конечно. А прикуриватели где? Вот он. Это от прикуривателя. Вот тебе, пожалуйста. В каком виде пришло? Ага. Тимми. Это вот. Хоть бы он работал. Не, ну, запакованный. Это у нас вообще не работает. Телефон не можем зарядить, ничего. Да. Ой, осторожно, зайка. Проверим. А на 4 этих, да, да, даже? А где понять, где здесь скоростную, или они все скоростные? Они все 3,1 ампера, это все скоростные считаются. Потому что так идут 2 ампера, 1,5 ампера, это 3,1. Угу. Проверим. Дай бог, чтобы работало. Ну да, вот это и вообще, конечно. Так нам еще посылки не приходили. Потом шнурочки заказал. Да. Вот опять же, заказывал серые, видите, пришли черные, блин. Ну, шнурки. Сейчас. Да, 1,40 м. Что ты, 1,40 м? Ну, по качеству
более-менее хорошие, как раз для ботинок. Ну, сука, почему черные? Я говорю, вот, надо, как бы ты ни заказывал, я буду отзыв писать. Да, потому что мы допустим, отзывы, выбираем продавцов, читаем отзывы. Буду отзыв писать по любой воде и напишу, что товар пришел не тот, что заказывали. Ну, это как и полагается. Все должны так делать, тогда вся продажная, вернее, торговая система немножко становится на другие рельсы. Да, будет покачественнее обслуживание. А если никто не пишет, то они турят все, что можно. Ну, как так, да. Ну, три пары шнурков пойдет. Ну, и здесь заказал для Натальи Романовны. Так, Артур Борисович, разбирайся, как оно открывается. Оно открывается вот так вот. Что ты там грызешь, шейки? Коготочки надо подстричь, шейки. Да, зайка? Скажи, коготочки не подстригли. На. Так, и еще что-то. Продолжаем разговор. Так, давай здесь у нас ножницы для Натальи Романовны, а то она это вечно кухонные? Да, вечно говорит, ой, ножниц не хватает. Ну, да, я ей заказал вот такие кухонные ножницы. А сколько такие стоят, не помнишь? Не помню. Они что тут закрыты? Шо, а, что? Это... О. Вот сюда, чтобы не это видеть. Тебе нравится? Шекель не надо, носик. Ну, такие надо удобные, да? Хорошие. Ручка удобная, что можно спокойно давить и кости резать. Для меня он так великоватый, но привыкнуть надо. А что ты всовываешь? Ты же берешь за пальцы, вот. У меня не такие пальцы, у меня провалятся. Ну, друзья, это ж, знаете... Хотя написано, видите? Что написано? А, подожди. На Made in Япония? Made in Japan. Да, вообще. Не Китай! Ну да, и здесь он, да? Японские иероглифы. Да. Ну, проверим, потестируем. Они что-то там, по-моему, 30 крон, что-то такое, не помню точно. А это что? А это Чина? Ну, это ж прислано с Чины. Ага. Заказ сделан с Китаю. Потому что на кухне без ножниц вообще. Где-то чего-то. А даже хлеб порезать нечем. Ох, Артур. Ну, и это заказал для Натальи Романовны. Это что, подарок? Да, это тебе подарок. Шекель. На день влюбленных. Любит меня, видали? Собака такая. 70-летнюю барышню. Ага. Хорошо сохранившуюся. Свои 80 выглядит на 70. Это великолепно. Знаете, как у меня мамочка всегда говорила, Царствие Небесное, не родись красивой, а родись счастливой. Поэтому... Катя Пушкарёва! Да. Поэтому, друзья, то, что вы там пишете, оставайтесь при своих мнениях. Ой. Так, тестировать... Когда будем, протестим, и тогда сделаем обзорчик. А то видео у нас получится большим. Так, это съемная. Смотрите, мне ничего шекель, не видно. Отойди. Это снимается вот. Крепеж сам. Потом здесь вот, смотрите, камера, которая следит за тобой и поворачивается в ту сторону, куда вы идете. Это ставится на столе или на окне, допустим, вот так вот. И когда... что-то снимаете, ходите на кухню или еще где-то что-то, она за вами наблюдает. Плавно должна поворачиваться, да? Говорит, ты кто, говорит? Я, говорит, этот маньяк, говорит, слежу за тобой. Плохо ты за мной следишь, маньяк. Прикольная штучка. В общем, мы протестируем, посмотрим, как она работает, какие функции, и потом с вами поделимся, да? Ну, а на сегодня, друзья, спасибо, что этот день были с нами, помогаете листать наш дневничок. Надо зарядить.
Мира, добра, здоровья. А зарядка, кстати, идет там? Все идет. Давай еще посмотрим. А там еще что-то. Так ты ж... я уже вот прощаюсь. Да, я переживаю, чтобы не длинный ролик был. Здесь подставка для него. Так. Ну, обзорчик мы сделаем, покажем уже все поближе. Здесь паспорту. Паспорту. Ну и маленький кабелечек зарядки. Тайп-C-шный. Класс. Спасибо. Все, будем изучать сейчас и будем тестировать. Да, а потом запишем видео и поделимся, когда все протестируем. Все, мира добра. До следующей записи в моем дневничке. Пока-пока.